В округе продолжается акция «Подарок первокласснику». Детям из малообеспеченных семей помогают подготовиться к школе. Дарят набор, который включает рюкзак и школьные принадлежности. Наша съемочная группа побывала в гостях у семьи Рязанцевых. Подробности в следующем материале. Семья Златы Рязанцевой – это она и мама. В доме много книг. Покупает мама, дарит бабушка. Больше всего девочке нравится «Динозавры. Современная энциклопедия». Создалось уже 21 миллиардов лет назад. Ученые называют… На втором месте в рейтинге Златы – басни Крылова. Затем сказки, развивающая литература и книги о природе. А это есть у нас губернатор Андрей Юрьевич, знаете такого? Да, конечно. Он вас там написал замечательные слова. Вы тут почитаете. К школе семья начала готовиться 2 года назад. С дочкой занимается мама. 2 раза в неделю в детском саду подготовительные занятия. Сейчас Злата бойко читает, пишет, лепит и рисует. Ого, сколько много! Посмотри, альбом с кисткой! Рюкзак полон. Кроме альбома в нем цветная бумага, ножницы, набор кисточек, акварельные краски, пластилин, карандаши, линейка, а также тетрадки, подставка для книг и ластик. Огромное спасибо! Иди поближе ко мне. Это большое подспорье, все необходимое. Ну, в любом возрасте для первоклашек особенно, потому что когда первый ребенок и не знаешь, как готовиться, что нужно, какой-то там пакет есть, но все равно какие-то нюансы. И в любом случае спасибо огромное. Учиться Злата пойдет в 42-й лицей. Образовательное учреждение находится недалеко от дома. Изучив содержимое, Злата примерила рюкзак, на котором изображена сова. «Умная птица», отметила Оксана Рязанцева, и пожелала дочери быть такой же. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.